территория бизнеса, территория жизни. Начинаем работать. В рамках форума проходит национальная премия «Бизнес-успех». Площадка, которая сегодня предоставлена для того, чтобы обменяться мнениями, опытами, она должна принести, конечно, и некоторые положительные плоды для нашего Хабаровского края. В самом начале нашего мероприятия я задам вопрос тем муниципалитетам, которые будут презентовать свои кейсы, как добиться, как создать финансовые инструменты, чтобы кредитовать своих же предпринимателей по ставке 0%. Роль предпринимателя в крае с каждым годом она возрастает, особенно это чувствуют жители муниципальных районов, а также сельских поселений, где фактически торговля, общественное питание, бытовые услуги полностью взял на себя малый и средний бизнес. Территории может быть только через развитие бизнеса. Бизнеса малого ли, среднего ли, крупного, как правило, в муниципалитетах нет. Да, действительно, такой форум особенно именно тем, что здесь собираются и представители с администрации, представители банков, представители разных областей, где любой предприниматель может задать свой вопрос. Правильно, не стучаться в двери, не хотите отбивать пороги, а очень четко задать его, получить ответ. Причем, что хорошо, что они одновременно все здесь находятся. И один и тот же вопрос, он может обсуждаться разными сторонами и предлагаться какие-то решения. Народ в отдаленных местах, мне кажется, саморазвитием занимается единицы, да? И чтобы кто-то их подтолкнул к этому, чтобы они стремились выше, не погибали там, не умирали, не закрывались, в собственном саду не варились. Здесь нужно, чтобы кто-то вот выше толкал кого-то пониже, а те уже свое окружение продвигали вперед, чтобы хотя бы интересовались и что-то брали для себя. Ну как-то на ступенечку выше, на планочку выше для себя ставили и перепрыгивали, сами.